Друзья, всем привет! Решил на своем канале открыть новую рубрику. Не стал заморачиваться с названием. Назовем ее как есть, прямо. Перекупские движения. Помимо автоподбора под клиентов, о котором я говорю на своем канале, я как хобби занимаюсь покупкой и перепродажей машин. Естественно, часто с ними приходится что-то делать. То есть купил дешево, что-то сделал в ней, продал подороже. Могу снимать длинными видео, ну как длинными, может быть там минут по 10, где я конкретно буду показывать, что я делаю с машиной, там как подкрашиваю, шпаклюю и так далее. Либо же можно это запустить в формате шорт-видео, коротких, то есть в минуту укладываться. Что думаете по этому поводу, какой формат будет интереснее? Это как бы первое такое вводное видео будет. В любом случае, чтобы не пропустить последующие видео данного формата, данной рубрики, подпишитесь на канал прямо сейчас, не забудьте. Включите оповещения о выходе новых видео и так далее. Сейчас у нас на дворе ноябрь. С апреля я уже купил и продал, наверное, более 10 автомобилей. Некоторые из них я снимал на видео, либо же фотографировал, что я с ними делаю. Некоторые, увы, нет. И вот совсем недавно мне пришла мысль, а почему бы это не освещать в таком публичном ключе. Тема, в принципе, старая, рубрика старая, и у многих она есть. Ну, может быть, кому-то будет интересно посмотреть именно на моем примере, как и чего можно достичь, добиться, или же наоборот, как можно прогореть. Поэтому подписывайся, смотри, и ты увидишь будни перекупа своими глазами именно в этой рубрике. Поехали! Приехал купить тачку, а вот так толкает. We'll be right back.
А так мы покупаем Кадиллак. Я буду освещать конкретно, за сколько я взял автомобиль, сколько я вложил и сколько продал. Соответственно, вы будете видеть итог, заработал ли я с этого, либо же наоборот прогорел за определенный промежуток времени. Это может быть месяц, может быть неделя, может быть там несколько месяцев. Но обычно больше, чем на полгода у меня автомобили в принципе не задерживаются, даже если это мой личный автомобиль. Вот таким сырым у нас получилось первое видео, потому что, повторюсь, я как бы не планировал вообще снимать под YouTube, но нашел фрагменты те, что у меня были, сделал вот такие вставки. Ну, получилось коряво, согласен. Постараюсь в последующих видео данной рубрики снимать лучше, интересней, но еще не определился, в каком формате это будет. В формате там 5-10-минутных видео или же в формате 1 минуты вертикальное видео шорт. Поэтому проголосуйте в комментариях, напишите, как вам было бы интересно. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока.